Всем привет! ПТС обновили до версии 25.0. Это у нас 11 сезон, регион Скандинавия, Северная Европа. Давайте быстренько пробежимся по новинкам. 11 сезон состоит из двух карт. Это у нас горная гряда и край озер. Посмотреть мы пока на них не можем, потому что висит замок. Ну, как дадут доступ, обязательно с вами покатаемся на стриме. Итак, у нас прогресс в регионе. Фильм отснят. Горнолыжная база построена. Надзор установлен. По новинкам техники в регионе у нас два скаута, к сожалению. Это у нас Neo Falcon 2000 и Бурлак 6x6. Давайте посмотрим Neo Falcon. У него все от скаута, включая колеса. Единственное, на что можно посмотреть, это два шнуркеля и модули кузова, каркас безопасности, верхний багажник. Ну и немножко декора. Задние бампера, передние бампера, пороги, козырьки, крылья. Стандартные диски и стандартный набор цветов вот с такими, чисто под этот скаут. Бурлак 6x6, один движок, одна коробка, пока что одна подвеска, одни колеса, стандартные лебедки, диф, два вида шноркеля, модуль кузова, платформа на одно место, плюс деталь ремонта 120, каркас безопасности, багажник с тентом, ремонт 150, запаска 1 и 100 топлива. Кран, возможно, можно ставить с платформой. Пока мы не знаем, покататься нам на этой технике не дают. Козырек, крыша кабины, багажник, 300 ремонта, 80 топлива, противотуманка, передние бампера, клаксоны, клаксоны, ремкомплект на 150 ремонта, выхлоп, крылья, диски и стандартный набор цветов плюс чисто под бурлака. Еще одна новинка, это добавили многофункциональный грузовой модуль, детали ремонта 250, две запаски и топливный бак 150. Вот так он выглядит на Мастодоне. Также его можно на 73 Азов поставить, на Дели Спешл, 53 Азов и Татру Форс. Ну и вот так он выглядит. Экран по мощности как стандартный, плюс-минус. Также немножко обновили кинин, добавили нефтепромысловую платформу на два места, плюс детали ремонта 150, запаска 2, топливный бак 60 и на три места без ремонта и запасок. Давайте глянем, как это выглядит. На два места. На три места. Также из новинок у нас будет новый груз. Это у нас канатный вагончик. Вот так он выглядит, занимает два места. Что-то новенькое, что-то необычное. Также из заставки вы увидите трейлер, на котором мы тоже будем с вами куда-то перевозить со звездами кино, но на него мы посмотрим чуть попозже, пока что к нему нет доступа. Ну и на этом это все новинки, которые я вам могу показать, дамы и господа. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, и мы увидимся с вами в новых видео по SnowRunner уже совсем скоро. Давайте, пока-пока.